Ясулович Игорь Николаевич родился в 1941 году. Актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист РСФСР 1988 года. Народный артист России 2001 года. Окончил актерский и режиссерский факультет в ГИКа. Работал в экспериментальном театре-студии «Пантомимы». С 1964 по 1993 актер театра студии киноактера. С 1993 актер московского ТЮЗа. За годы творческой жизни сыграл более чем в 20 театральных постановках и более чем в 100 фильмах. Дублировал иностранные фильмы и мультфильмы. Озвучил видеоигры. Участвовал в создании аудиокниг. Работал на факультете музыкального театра РАТИ. Скончался Ясулович Игорь Николаевич 19 августа 2023 года. Урна с прахом захоронена 30 октября 2023 года в Москве на Новодевичьем кладбище, 4-й участок, 51-й ряд, в могиле тещи.